Аффирмации очень крутая штука. Но только надо понимать, что это на самом деле просто аутотренинг. Вот. Он в свое время в Советском Союзе очень активно развивался, во всяких санаториях, так сказать, проводили бесконечные аутотренинги. Значит, что это такое? Это создание у себя в голове некого такого центра, да, где автоматически из-за регулярного заучивания воспроизводятся какие-то фразы. Поскольку мы сами живем в своем внутреннем мире, только нам кажется, что мы вокруг чего-то это видим, то, конечно, то, что звучит в нашем внутреннем мире, обладает ну, определенным воздействием на нас. Если мы себе представляем какой-то ужас, катастрофу, и случится то, и случится это, меня, значит, бросят, не полюбят, там, или еще какую-нибудь ерунду, мы там сидим и дрожим. Вот. А если у нас там какие-нибудь бабочки летают, там свет, солнце, радость там, и так далее, ну, нам внутри вот этому, как бы, тому, что мы подразумеваем под собственным «я», более комфортно жить. Вот. Поэтому в целом, если мы говорим про внутренний мыслительный поток, который у нас есть, то вкрапливать в него вот какие-то конструктивные установки, какие-то, ну, вот, формулы, да, особенно если они вас трогают, когда они вас эмоционально берут за какую-то за душу. Вот такие установки, если вы их там проговариваете, промысливаете там, и так далее, с точки зрения позитивной психологии, а это все-таки такое серьезное уже теперь направление психотерапии, это очень эффективная штука.